motherfucker. Единственный выход — искать другой путь по суше. И что дальше? Черт возьми, мы так станем легкой добычей. Я с тобой говорю. Мы делали все, что могли. Помогите! Слушай, как прекрасно все-таки, а? Птички, лес. Угу. Аборигенов убиваем. Зубы крошатся. Нормальная картина. Да стой ты, коза вонючая, сраная. Хера я должен бегать пол леса за тобой. Голова черепаха. У меня в руке голова черепашья. Нахера я всем отрубаю голову с тремя голова чайки в руках? Я не знаю. А как я сейчас это здоровье могу восстановить? То у меня почти жопа. Схавай кролика. А как мне его это схавать? Я его в руке держу, и что мне сделать? А вот, смотри, я его просто это нажал, это я, короче, его уже раздел, и пиздец. И что-то да? С ним делал. У меня голова опять. Да нахер мне эта голова? Мне не надо ей голова. Мне вот тело, туловище, блядь. И куда я? Вот, вот, все, я жарю кролика. Повтори, что ты с ним делаешь. Жарю кролик, блядь, да. Смотри, вот для чего нужна была черепаха. Черепаха. Смотри, Жек. Вот эта вот клетка, вот, стоит. Сюда, когда кролика ловишь, сюда выкидывай, если ты сытый. Чтобы он здесь жил, в клетках. Ты хочешь сказать, что, блядь, ебучий кролик не выберется из этой вот херни? Ты, кстати, этот, ты так очком не стой в темноту. Подойдут? Тьма может войти в тебя. Здравствуйте, я тьма, добрый вечер. Ну просто обычно бывает, ты спускаешься, а внизу жопа из монстров. Такое было раньше. Не тот случай, тут все у нас хорошо. Кто-то или кто-то. Ой, тут какие-то дети. Блять, а, нет! Время охуительных историй. Я уползаю от них. Обалдеть, блять, жарить ногу никогда бы не подумал. Ну ты же кролика жарил. Ну кролика да, но там и дырок-то нет, блин. Ты знаешь, какой удивительный факт вообще? Вот на самом деле, я хочу заметить такую вещь очень интересную. Ты полчаса назад был азиатом. А сейчас я? А сейчас ты афроамериканец. Женя, что за херня с тобой в пещере притворилась, да? Не знаю. Тут какие-то эти ловушки, это ты повесил? С консервными банками и тряпьем? Нет. Ты в жопе, беги быстрее. Все равно, что писюн в улей засунуть, иди оттуда. Я бегу к тебе уже. Так, там столько тряпья было, блин. Я тебя трахну там, ты можешь въезжать. Так, а что, ты далеко от самолета? Да, хера далеко, да. Слышишь, там, короче, это бабы какие-то трутся. Ну, а вот, смотри, чувак тут прям стоит. И то, и там. А, и тут, иди, и да, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Давай, короче, типа отсюда выйдем, сейчас как раз дадим им, я тебе кричу. Сейчас такое шоу устроим. Давай. Смотри, короче, охереть, погнали. Упс, они нас заметили. Эй, да, куда в стену, уроды? Вы чё, блин? Суки, это наш район, блядь. Наш район, уроды, наш район. Нахер. Да, мать. Ай, чё, в жопу. Ты как там, жив, цел? Все нормально? Нормально. Да, пугает. Пацаны, можно мы с вами выживать будем, охерели, да? Выживать они с нами собрались, блядь. Прикинь, отсюда его поссать вниз. Да вы задрали, блядь, я только починился, а. Все, мне пиздец.
Я упал и сдох. Сучка! Или я еще не сдох, или ты меня можешь поднять? Я так тебя. О, смотри, как круто, он умер. Прям в костре. А вон они, я их вижу. Там, короче, один мутант и три... Ой, блядь. О, сука, они ко мне, блядь. Да хуй ко мне-то? Жека, иди ко мне. Нихуя спрятался. Все, пиздец, меня не заметил. А, блядь, нет, куда сейчас будет, блядь? Я хуй пойми, где я, блядь. Жека, да, блядь. Иди ко мне, Жек. Блядь. Беги ко мне, это была подстава твоя такая. Иди нахуй, беги за мной. Блядь, куда бежим? Я заблудился. Иди нахуй отсюда, пи***ц нахуй. Я вас все ебашу в твоей блядь отродье, блядь. Хуй не моя анальная деятельность. Блядь. Смотри, я заранее скажу, что мы, короче, будем делать. Мы, короче, будем делать следующее. Мы сначала пизданемся на самолете. Вот, у нас спиздят нашего малого, которого мы должны будем найти. Стоп, подожди. Сейчас, подожди, это надо записать на видео. Я подожду. Это будет пиздец, я тебе говорю. Стоп. Так, запись запущена. Я надеюсь, блядь, микрофон нормально запишет. То есть, ты говоришь, что, блядь, мы вдвоем в кооперативном режиме будем лететь в самолете. Да, мы пизданемся. С нами будет наш сын. Да, общий, короче. Мы пизданемся. Мы пиздец. С тобой сына заберут. Да, его, короче. Я правильно услышал? Да, да. Кто из нас она? Да хуй пойми, эти если честно. Мы, да. Мы, короче... Я понимаю правильно, это Европа, вы два мужика, у которых есть общий сын. Ну, походу, получится по сети, да.